Вот, сейчас мы будем доставать вторую бабочку. Вот ее видно, она там сидит. Сейчас я ее достану аккуратненько. Бабочка, 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 бабочка. Ой, ой, какая красивая бабочка. Вторая у нас бабочка вылупилась. Какие крылышки. Ой. Она у меня сейчас случайно улетела. На кофту. Да, на кофту она ко мне села, мы ее чуть не потеряли. Ой, красивая какая. Мама, она хочет кушать. Ой, она какая-то очень, очень шустрая бабочка по сравнению с другой большой бабочкой. Она бегает, ползает. Мама. Ползает. Вот она крылышками машет. Она поменьше. Разворачивает хоботочек. Какая красивая бабочка. Она, наверное, тоже хочет кушать. Давай ее сейчас... посадим. Да, давай мы ее посадим кушать к еде. Вот она, наверное, тоже у нас голодная. Пусть они здесь вот вместе вот здесь вот сидят. Давай, пробуй. Посади ее сюда аккуратно на тарелочку. Сама уже. Мы сейчас посмотрим. Пойдет она у нас кушать, может быть? Вон она хоботок разворачивает, просто она, видимо, может быть, чует нектар. Сейчас она найдет его. А может быть, она первым делом покушает. Может, нет, может, не хочет. Он сворачивает. Не хочет, видимо. Может быть, и хочет, да, сложил. Вот она крылышки у нас теперь, вот она сидит. Сейчас посмотрим, может быть, она все-таки кушать потом пойдет. Мама, может быть, завтра может, еще она несколько. Голодная, наверное, эта бабочка. У меня снизу крылья немножко коричневатые. Да, у нее коричнево-черные крылышки, там внутри синие. Очень красивая бабочка. Вот она хоботок сложила. Ну, вторая бабочка тоже, видимо, уже наелась у нас. Где-то отдыхает. Это, может быть, потом покушает. Можно я ее пока что возьму? Да, она пока на тарелке сидит, может, она сейчас кушать пойдет. А может быть, она... Такая очень активная бабочка. Ну, пока она не кушает у нас. Может быть, потом будет кушать. Может быть, вообще сейчас полетит куда-нибудь. Очень красивая. Вот, сейчас видно синие пятнышки на ней. Такая красивая, в один день сразу две бабочки у нас вылупились. Очень красивая. Очень активная бабочка. Потом мы ее еще раз покормить попробуем. Все у нас. На шторах обе бабочки сидят. Пусть они там пока отдыхают. Потом, может быть, мы их еще раз покормить попробуем. Одна-то поела. А вторая так и не покушала ничего.